Всем привет! Я продолжаю тренировать футбольный клуб Land FM. Мы находимся в российской премьер-лиге. 22-й год у нас уже тут наступил. Зимняя пауза заканчивается. Да, здесь нам пишут, что 5 марта. С Краснодаром у нас матч чемпионата, то есть матч лидеров, сразу же, представляете, будет. Но до этого матча мы с Краснодаром сейчас будем играть на кубок. Четвертьфинал, ответный матч тоже, кстати, мы будем принимать. Ну, это вот я напомню турнирную таблицу, которая была у нас на 2021 год, окончание у всех команд. Видите, вот так вот, такие дела, у всех разное количество матчей, поэтому здесь будут матчи какие-то перенесенные, потом играться и так далее. Но сначала мы давайте посмотрим на вопросы, я вам вернее отвечу, и узнаем, что из себя представляет Александр Главин. В предыдущем видео у меня в комментарии попросили показать Александра Головина. Давайте посмотрим вот его характеристики на данный момент, в 2022 году. И играет он за мадридский Реал, оценен в 71 миллион евро, но за столько, конечно, не продадут, потому что он полузащитник мирового класса. Давайте смотреть, Лиги Чемпионов, 6 игр провел, 2 голевые передачи. В Лиге Европы, да, Реал играет, вылетел вот так вот неожиданно, и там один матч даже сыграл Головин, ну и в чемпионате 19 матчей сыграл, один раз вышел на замену, 23 тура там сыграно, ну, в принципе, нормальный игрок, уже в чемпионате за Реал 50 матчей провел, представляете, и 16 голов забил. Ну, статистики, вот эти характеристики у него очень хорошие. Естественно, вот эти все, психологически он полностью готов, выносливый парень, как мы видим, ускорение, дальние удары, ну, не такие, но дриблинг хороший, ну, в общем, классный игрок, здесь на позициях может сыграть, ну, карьеру, да, давайте посмотрим, в Монако он перешел из ЦСКА за 30 миллионов, было дело, потом его купил мадридский Реал. Ну вот, за 118, ужас, да, такие деньги. Ну и он один сезон 30 матчей сыграл в чемпионате, ну и теперь еще этот сезон не полный, 20 он играет. Ну, в общем, вот такой вот Головин у нас товарищ, за сборную России играет. Больше у нас сборной, ну давайте смотреть, сборная России. У нас, ну, в принципе, только вот Марио Фернандес, ну, ему лет сколько? 31 здесь, он играет в Пари Сен-Жермен, вот так вот. Ну и все, да, есть Шатов за Копенгаген, ну, разве это команда? Это не команда, ребята. Вот, ну и все, на этом сборная у нас Андрей Тихонов здесь руководит, выступит она летом, не летом, конечно. Чемпионат мира в Катаре пройдет ноябрь-декабрь, то есть еще совсем не скоро все это будет. Ну и вот так вот выглядит. Еще просили меня какой-то там создать турнир, где чтобы все наши играли в европейских командах и не сидели на лавке. Но это очень проблематично будет сделать, я даже не знаю. Как это можно реализовать, ребятки, непонятно, потому что они все будут сидеть, непонятно где, если их переводить в топ-клубы, ну, кроме Головина, да, они там не будут играть, а в непонятные команды переводить, там, следить за этим, как бы, очень сложно, ну, и зная наших игроков, они особо туда и не рвутся, вот так вот я могу сказать. Вот, ладно, с этим мы разобрались, посмотрим трансферы наши, которые уже у нас состоялись. Ну, зимние трансферы, ребят, Адвальдо, защитник, в Пари Сен-Жермен, 15 миллионов, ну, ничего не поделаешь,
Здесь он очень сам просился, сам хотел. В общем, мотивации у него играть в России нет. Ему предлагает ПСЖ, ну пусть посидит там в запасе и посмотрит, как его команда будет играть там, в Лиге Чемпионов. Да? Ну, Илья Кузьмин у нас, в принципе, не играл. Это там какой-то дублирующий игрок. Контракт у него заканчивался. Денис Савченко, атакующий полузащитник в «Зенит» за 5 миллионов. Я им цену назначил. Они, конечно, хотели меньше, но в итоге такая цена. Он, кстати, один единственный из всех. Ну, Митрофанов тоже у нас такой игрок, которого мы не знаем, но он не появлялся, и контракт у него тоже заканчивается летом, поэтому здесь все понятно. Ну, а Савченко, Савченко, давайте посмотрим. Ну, да, конечно, до Головина не дотягивает, ясное дело. Вот. Ну, в общем, многие игроки, которым предлагались контракты в «Спартаке», в «Зените», в «Краснодаре», они после разговора согласились, конечно, остаться и никуда не пойти. А вот этот товарищ, он захотел уйти, говорит, мне это очень надо, мне нужно расти. Ну, в общем, короче, расти, растишкой не подавись, только покинул нас этот товарищ. Кого мы взяли? Взяли мы, значит, так, два приобретения у нас. Джон Хансон, это датчанин, защитник. Ну, я давно на нем следил, потому что знал, что, скорее всего, Отвальдо нас покинет. Но у него опека и отбор, конечно, очень хорошая. Пришлось выложить за него 7 миллионов. То есть, нормально, да, деньги такие. Но он 19 лет, в общем, ну и высокий товарищ. Вот, пока он только у нас будет входить в состав. Ну и у бразильской команды Сан-Паулу атакующего полузащитника взяли на место Савченко как раз. Вот Родриго Антонио, 19 лет. Ну, посмотрим. Показатели достаточно неплохие. И, возможно, он потом тоже переберется. Ну, все легионеры вот эти, они пальцы веером, хотим играть в топ-клубах. Ну и сидите там на лавочке. Если в топ-клуб ехать, наверное, нужно ехать уже основным игроком, а вы еще здесь ничего не выиграли. Вот. Такие у нас трансферы по расписанию. Но мы играли, в общем, только один полноценный товарищеский матч. Виктория Плзень была разбита 5-1 Котов, кстати, тоже очень много команд российских хочет купить. Но пока вот остался он у нас. Потому что надеется, что мы можем многое. Ну и игроки у нас в основном играли все за молодежные команды постоянно. Вот очень много матчей было молодежных. Здесь, естественно, про это не пишется. Ну и вот так они там себя проявляли, играя там по тайму где-то. Ну и, в общем, Краснодар. Мы выходим на Краснодар, да, помним, 0-0 в Краснодаре сыграли первый матч, теперь ответный, и Сулейманов не может играть, потому что арендован у Краснодара. Ну и давайте смотреть, что у нас получится уже весенняя часть, хотя еще зима, но будем считать весенней части чемпионата. Ну да, с Краснодаром мы в лидерах идем, но это кубок, Зинченко мы видим, очень интересно, что он играет за Краснодар. Да, Кузяев, Уткин, Ладыгин в воротах стоит, ну в общем, вот так вот. Ну там есть Полос на замене и так далее. У нас Хансен этот будет дебютировать сразу же, ну и пока Родриго Антонио у нас в запасе, попробую Курбанова здесь использовать. Ну и давайте смотреть. То есть здесь пауза. Вот это была зимняя. Соответственно, физически мы готовы. Подошли хорошо. В этом плане, ну, травмы, конечно, могут быть. Ну а так вот все неплохо. И посмотрим, как мы сыграем. Хотя в феврале, 19 февраля дождь,
В Москве, ух, ничего себе, Кулаков. На первой минуте и дальним ударом я не ожидал от нашего лучшего бомбардира такой прыти. Ну, смотрим, здесь Кулаков мяч получил, ну и пробил такой не берется, конечно. Конечно, такой не берется мяч. Предательски просто для Ладыгина залетает в ворота. Но 1-0. Очень интересное начало. Ну, помним мы, по сумме двух матчей здесь все определяется. Если будет ничья результативная, то Краснодар дальше пройдет. Ну, если кто-то выиграет, кто выиграет, тот и пройдет. В общем, все понятно, все просто. Здесь главное без ошибок. Яковлев у нас сегодня в основе. Ну, перспективный товарищ, перспективный. Даже он, я его уговорил не уходить, хотя он не так много получает практики. Ох, Кулаков сейчас мог вот этой ошибкой воспользоваться и еще разок мяч в ворота отправить. Ну вот так пока. Интересно, да? Или не интересно? Краснодар все-таки не аутсайдер какой-то, естественно, правильно. Команда будет атаковать. Они атакуют, что интересно. То ли быстрый гол вот так вот подействовал, и нет у нас преимущества, да, по статистике. Они и мяч держат, и атакуют, и удары наносят. Вот. В таком ключе. Надо попросить игроков постараться прибавить в атаке. Так, Котов, аккуратней с травмами. Травм нам только не хватает еще здесь. Да, травмы они могут сказаться в итоге. Там есть Писарев, конечно, он может выйти. Но атакующим игроком Родриго Антонио может выйти вместо, например, Курбанова. Вот так вот. А не вместо Утицких. Ну, здесь варианты есть. Счет такой 1-0. Он, ой, даем пройти Вандерсону. И удар. То есть так. Так, ну здесь защитникам наши советы я тут даю по ходу матча. Не знаю, подействуют они или нет на наших игроков. Хансен. Ну, вот дебют. Главное не накосячить бы тут, да, в дебюте-то своем. Вот опять потеря мяча. Краснодар в концовке тайма сейчас нам если забьет, конечно, будет для них картина радужная. Кузяев, Андерсон. Опять его никто тут не держит. Ой, какой отскок неудачный. Удар хоть, но не точный. До перерыва мы доигрались. По ударам в два раза нас Краснодар превосходит, поэтому я недоволен самим развитием футбола, который мы показываем. Вот. И мне надо что-то большего от игроков. Нельзя проигрывать там по ударам, позволять Краснодару их наносить. Андрей Ивана теряют постоянно наши защитники. Не очень хорошо. Но кто на замену? Курбанов или Утицких? Вот в чем вопрос. Главный вопрос. Всех волнует. Яковлев. Ну так нельзя выносить мячи-то. Просто вот накажут. И все. А 1-1 в пользу Краснодара будет. Все это помним. Самсонов.
Лучший игрок по результативным передачам. Ну, нарвался он тут на Уткина. Жестоко. Не смог его обыграть. Ногой. Перевод живоглядов здесь. Прострел, удары. Ну вот, создает момент Краснодар хороший. И могли забить. Так, все. Давайте я Курбанова заменю. Вот Родриго Антонио, он вообще центральный атакующий. Ну, поставим его на фланг. Так как Сулейманов у нас не может играть по причине аренды. Что он арендован. Так, Уткин уходит. Полосы Кабаре появляются у наших соперников. Ну, Котов с травмой. Может, его следует нам заменить. Попробуем. Так, Писарев есть. Помним. Есть такие игроки у нас, конечно, в составе. Яковлев вроде неплохо себя проявляет. Вот крайние защитники не так здорово. На желтые карточки там все у них. У Краснодара, видимо, все нервничают. Вот, он еще получил повреждения. Ну, в общем, вот так вот все происходит. Так, последняя замена у нас есть, но мы уже про атаки не думаем. Утицких, Яковлев, Магдани. Ну, можно Блэкберна и Йорка, наверное, выпустить в центр. Вместо Магнани, может, усилим центр. Вот. Штрафной. Удар опасный. Утицких. Пробил не точно. Так, сконцентрироваться надо, попросить наших игроков. Да, у Ростова желтых много, кстати. Карточек 5 минут. Судья добавляет. Если пропустим, то уже не успеем просто мы отыграться. Но смотри, защитная линия у нас играет неплохо по оценкам. Яковлев, здорово, но Кулакова, Кулаков. Ну здесь, реши момент. Нет. Пенальти. Пенальти все-таки судья ставит. И Родриго Антонио будет бить. Это для него дебют. Еще желтая, кстати, Краснодару. За этот фол. Ну, смотрел там судья. Ой, как плохо пробил. Как же плохо пробил. Кошмар. Ну, дался дебют. Родриго Антонио. Вышел он на замену. Пробил пенальти. Но все-таки мы выигрываем 1-0. Надо, конечно, реализовывать такие моменты. И выходим мы в полуфинал Кубка России. Ну, не сказать, что легко. Давайте посмотрим, с кем мы там попадем. Кстати, Спартак у нас прошел Уфу, все-таки проиграв 1-0 в гостях. Нет, 2-1 в гостях, выиграв. В общем, нет. Да, 1-0 в гостях Спартак проиграл. Здесь дома 3-1 выиграл у себя. Прошел ЦСКА, проходит Крылышки. Не просто тоже. Ну и Ахмат. Ну и вот, в общем... С кем мы тут играем-то? Так, полуфинал с ЦСКА, да? Да, с ЦСКА у нас будет полуфинал, так что... Ну вот из двух матчей теперь Кубок Ахмат со Спартаком. Ну интересно, я думаю, будет с ЦСКА. Посмотрим совсем уже скоро этот матч по расписанию. У нас тут будет товарняк посреди вот этого вот всего. Потом сразу с ЦСКА, поэтому в товарнике задействуем второй состав, да? Кто не выйдет с ЦСКА играть, так скажем, и посмотрим, что получится у нас. Кстати, по поводу Зенита я еще хотел вам показать Лигу Европы. Кстати, там одна 16-я финал тоже закончилась.
Вот в 1/16, значит, «Зенит» Рому обыграл, представляете, 1-0 выиграл в Риме, потом 1-0 выиграл дома. Вот так вот неожиданно «Зенит», ну, может быть, и не неожиданно, выходит в 1/8. Вот «Спартак», например, «Спартак» проиграл. Выиграли 2-0 у «Спортинга» дома, казалось бы, молодцы, но проиграли в гостях 2-0, в итоге по пенальти. По пенальти вылетели. Манчестер Юнайтед, Наполи, Реал Мадрид, в общем, Арсенал, Милан, Боруссия Дортмунд, Порту, в общем, супер команды здесь. Некоторые для Лиги Чемпионов проходят дальше. И смотрим. Зенит, Реал Мадрид. Вот так вот. Головин сыграет против «Зенита», может, не будет играть, ну, так или иначе, вот такой вот соперник достается «Зениту». Очень интересно, ну, наверное, для «Зенита» путь здесь завершится. Вот, идем далее. Итак, ЦСКА. Ну, мы тут «Авангард» 3-0 в товарищеском матче обыграли. Причем играл в основном резерв у нас. Вот. Ну и здесь Лутицких дисквалифицирован, поэтому Родриго Антонио выйдет, не забивший пенальти. Загоева мы видим, и Тимофеева мы видим, Чалова мы видим. Ну, в общем, ЦСКА достаточно интересно тут смотрится. Ну и вряд ли нас простой поединок будет ожидать. «Спартак», кстати, выиграл у «Ахмата» 2-1 в гостях, так что близок к выходу в финал. Ну, провалил «Спартак», конечно, начало сезона полностью. И, там, смена тренера, там не пойми, кто теперь тренер. В общем, ну, победы вот одерживают пока в кубковых матчах. Вот, ну, к финалу близки, конечно. Ну, ответные матчи еще будут не сразу, но будут. Посмотрим потом. С ЦСКА мы играем. У нас в чемпионате был матч с ЦСКА, мы проиграли 1-0 в гостях, с пенальти там. Здесь мы в атаке. Момент и гол Сулейманов забивает, не игравший с Краснодаром. Мимо Акинфеева, смотрите, как все это происходит. Котов. Котов у меня вообще не играл в товарищеском матче. У него было повреждение, но сейчас у него все хорошо. И Сулейманов в каком-то падении там. Всего лишь второй свой гол в сезоне забивает ворот ЦСКА. Вот так вот. Игорь Акинфеев. Тоже интересно глянуть. 35 лет уже. Но у него показатели, конечно, для нашего чемпионата хорошие. Просто супер. И такому вратарю очень сложно забить. Вот. Ну, мы забили. И пока. Пока так. Федор Чалов. Тоже интересный товарищ. Совершенно таки 14 у него. Ну, да. Вот так вот. Давайте дальше наблюдать, что будет. Естественно, если вы каких-то футболистов видите в составе ЦСКА, которых уже нет, тут, увы. Ну, здесь Осипов спасает. Спартак его хочет очень сильно, нашего вратаря. Каждый день мне предлагают какие-то новые суммы, я все время отказываю. Вот так вот. Ну, давай, Сулейманов, покажи. Покажи забег. Не играл с Краснодаром. Вот здесь угловой. Ну, угловой тоже может принести стандарт, да? Результат какой-то. Ну, так. Нет, пока нет. По новой. Ну, здесь уже нам не показали. Хрушев из аута. Здесь все падают. Магнани, можешь пробить. Сам и пробил. Третий гол в сезоне. Может, там рикошет был. Нам показывают Балерди. Вот товарища Балерди. Может, мяч его коснулся. Может, нет. Давайте смотреть. Ну, не знаю, его показали. Может быть, это был или из-под него мяч, а Кенфеев не увидел. По крайней мере, 2-0.
Счет становится. Вот так вот. Мы действуем. С ЦСКА. На кубок. Очень интересно. Но это еще не все. Березуцкий. Что там у них? Березуцкий играет. Так, Самсонов, Сулейманову. Ну, здесь просто выносить. Виммер. Вот такие вот игроки. Сорокина мы видим. Так. У Интера. Но здесь одного его вот не держат. Дают пробить. Это плохо. Так, это Березуцкий. Березунские. Вот так вот. Прям они под Березуцких подгоняют. Нашли вот поляка, видите, какого. Ну, братья Березуцкие здесь. Так. Замена Самсонова. Ух, это очень печально. По статистике мы, конечно, играем неплохо. Вот эти пока оставим Самсонова. Вдруг. Вдруг. Все будет. Или ничего не будет. Хотя он на желтый и с повреждением. Ну, я не знаю, давайте смотреть на физическое состояние его. Так, с на ноги поставили. Смотрим дальше. Ну, пока вот то, что видим. И у Самсонова оценка очень хорошая, кстати. Крайних защитников она была не очень сначала с Краснодаром, потом вроде неплохо у всей защиты. Яковлев в отбор Самсонова. Вот так здесь выходит Иван Олейников, Ласан Ндае у ЦСКА. Ну, Данилова выпускать. Я, наверное, выпущу сначала все-таки Блэкберн Нью-Йорка. Вот так вот, вместо Яковлева. Зона опорная. 2-0 ведем. Ну, здесь еще всякое может произойти, да? Ну, давайте Самсонов на Данилова. Что делать? Конечно, Самсонов гораздо полезней, как игрок, но он на желтый. Котов Кулаков. Что ЦСКА нам предложит? Пока ничего. Котов и Кулаков. Ну, здесь Филиппов есть. Рубанов, Писарев. Писарева, если только выпустить вместо Котова. Ну, потому что у него было повреждение, помним. Ну, давайте Писарева последней заменой сделаем. Посмотрим, что ЦСКА у нас тут тянет с последней заменой. Непонятно, почему проигрывает команда. Очень мало в створ мы бьем, всего два удара. И оба стали результативными. 3 минуты. Судья компенсирует. ЦСКА уже по ударам сравнялся. Вот так вот прибавляют армейцы. Но мы опять что-то выжидаем. И можем получить. 2-0 и 2-1 это большая как бы разница, да? По сути двух матчей. Так. ЦСКА в атаке. Дзагоев, на удивление, весь матч смог отыграть. Это, конечно, жесть. Ну и вот, пожалуйста. Ласан Ндае нам забивает на 3-й добавленной минуте. А вот что значит, доигрались мы. Да. Ну, уже времени нет. И ЦСКА забивает столь важный гол для двух матчевого противостояния. Ну, видим, по ударам они даже прибавили.
Здесь момент, но здесь даже до удара что-то дошло. Еще угловой фиксирует арбитр, ну последний. Не дал подать. 2-1, выигрываем. Ну, ЦСКА, видите, да, прибавил по ударам. Во втором тайме их вот давление, это я не знаю, как это назвать, превратилось в гол. И, в общем, неплохие шансы. У ЦСКА остаются до ответный матч. Ну ладно, выиграли и выиграли. Готовимся, продолжаем к сезону. И вот такие у нас события. Ну вот что это происходит? Смотрите, Краснодар, ну вот увидите, тут у меня здесь все делают предложения, всем отказываю. И в итоге Краснодар сделает предложение 675 тысяч за Буту Курбанова. И там, если будут какие-то условия, мы получим 2 миллиона 300 тысяч. И президент говорит клубу, что нельзя вам такого отказываться от предложения, короче, мы его принимаем. Ну вот нафига? Мне хочется спросить, потому что вот эти вот 325 тысяч, которые там 10 мячей забьет, это когда еще будет-то? Когда он там в сборную попадет? Ну вот я недоволен, а протестовать нельзя, к сожалению, здесь этот трансфер, но печально. Мы, кстати, Торпеды здесь обыграли в товарищеском матче 4-1. Вот. Ну и сейчас последний день трансферного окна. Вот, пожалуйста, вот такая штука у нас случается. Ну и давайте уж глянем, как «Зенит» сыграл с «Реалом». Ужасающие оценки у некоторых игроков «Зенита». У «Зюба» вообще 6,2, представляете? То есть Эрнани. Так, «Мамана». Ну, видимо, да, как играет у нас Зенит, ну, а Головин, например, три момента вот создал, поэтому у него оценка 6,3. Ну, видимо, хорошие моменты, поэтому их не реализовал, но здесь по статистике ни одного удара в створ Зенит не нанес, ну и, понятное дело, первый матч, ну, уже ответный, что тут, на что рассчитывает Зенит в данной ситуации. Возобновляется у нас чемпионат страны. Матчем с Краснодаром. Вот совсем недавно на кубок выиграли 1-0. Ну, давайте смотреть. Сулейманов опять не может играть. Арендованный, поэтому Родриго. Антонио я здесь ставлю. Вот именно здесь. Ну и, в принципе, все понятно. Да, у Тицких в центре. Ну, мы посмотрим. Гуй. Здесь у них играл Уткин на кубок, Лоуэн теперь, Кузяева мы видим, Зинченко опасный товарищ, ну и Бут Курбанов, вот это вот взяли нас, купили в последний момент трансферного окна, ну президент клуба взял и обломал нас всех, такой вот продажи, смотрел там выгоду, ну и молодца, да? Я думаю, позже можно было бы его продать и за другие деньги. Гораздо дороже. Ой, гол. У Тиских забивает. Молодец. Самсонов передачу делает. Вот так вот. После углового вторая минута, но... Надо посмотреть, разыграли мы угловой навес, и Утицких просто голову подставил тут. И Ладыгин косячит, что скажешь. Пропускает. У нас быстрый гол случился и на кубок. А, там, правда, на первой минуте Кулаков влепил. Ну, вот так. 1-0. Начало. Вандерсон штрафной разыгрывает здесь, все падают и пенальти судья ставит, у Тицких теперь пенальти зарабатывает в наши ворота. Печально. 12-я минута и Ван. 1-1. Андрей Иван. Или Иван Андрей, да? Вот. Ну, здесь мог, наверное, Осипов взять этот удар, теоретически. Ну, сильно. Что поделаешь.
Так, ну и Краснодар, и стандарт, момент, вынос кое-как, ну, Блэкбёрн Нью-Йорк вынес. Все падают опять. Штрафной. Вот, Краснодар нас тут немножко стал напрягать, да, после этого пенальти. 1-1. Матч лидеров чемпионата. Да, непросто. Очень непросто. Котов идет вперед сам. Прострел туда и момент. Да, Родриго Антонио мог забить. Ладыгин в этот раз сыграл хорошо. Опять на ближнюю штангу проходит передача. Смотрите, опять момент опасный. Вот как мы гол забивали, вот то же самое. Нужно пробовать, пытаться, если подобное проходит, на ближнюю штангу играть. При угловых, да? Почему нет? Так. Ну, Краснодар тоже удары достаточно наносит. Так что здесь недаром они в лидерах идут. У них все тоже есть для того, чтобы бороться за первое место в чемпионате. Конечно. Так, штрафной опаснейший. И Лоуэн. Первый гол в сезоне. И нам, кстати, представляете? И это в наши ворота. Со штрафного Краснодар забивает. Но Осипов прыгал, конечно, опять мог взять, как и пенальти, но не взял. 1-2. Магнани что-то очень плоховато выглядит. Может быть, нам следует его бы здесь заменить. Недоволен игрой в центре поля. Ну, видите, первый тайм вроде равный, да, по статистике, ну, как по ударам. Причем больше, но в створ мало бьем. Я недоволен. Кто у нас? Утицких, Хансон не отреагировали. Ну, второй тайм. Вот так вот с Краснодаром, да, за первое место и проигрываем. Мы могли на кубок, наверное, не выиграть, но выиграли. Ну, кубок это уже в прошлом. Краснодар, конечно, важнее чемпионат выиграть. Есть реальные шансы. Для этого, вот если они нас обыграют, конечно, будет все хорошо. Так, Ершов, Магнани проваливается. Ну вот вопрос. Либо Магнани убрать, либо Яковлева сюда поставить. Вот на кубке он Яковлев играл у нас здесь с Блэкбёрном Нью-Йорком. Ну давайте попробуем Яковлева. 1-2. По-прежнему. Центр поля. Ну, Ершов тоже здесь проваливается. Котов. Ну, можно, кстати, оставить что-то типа такого. Даже не знаю, да? Что-то типа такой схемы. Ну, есть у нас молодой тут Кудряшов, вообще юный товарищ, 15 лет, вместо Будкурбанова вот эта позиция, но он еще совсем юный. Ну, давайте, ладно, перейдем на такую тактику. Она немного, конечно, неправильная.
Так, Ершов мне не нравится. Вообще сейчас будем рисковать. Филиппова я выпускаю. И ва-банк. Конечно, мы можем получить третий. Сейчас спокойно. Замена тут Кутепов вышел, да? Кутепов у них в запасе. Так, Андрей Иван. Ну что там, судья, опять пенальти нам ставит? Что ж такое-то? Ну, два пенальти это много. В одном матче. Иосипов тянет. Молодец просто. Просто молодец. Какие шансы нам оставляет еще. Ну, увы, да? Не можем мы в атаке создать ничего хорошего. И столько человек в атаке у нас сейчас действует, а ударов в сторону практически нет. А видим мы штрафные у наших ворот. И очень опасные, кстати, штрафные. Ва-банк мы играем, тут Филиппов. В перевод у Тицких. Ну есть возможность. Ну куда ж такой неточный пас? Куда такой пас неточный? Штрафной, последний. Ну зачем? Яковлев пробил. Ну это все. Все мимо. Ну и проваливаем мы матч в итоге, да? Два пенальти. Пусть одно нам не забили. Ну вот как оценить игру, вот скажите, нейтрально. Вроде по ударам, да, были лучше, но ударов в створ очень мало. Процент владения мячом это практически ни о чем. Соответственно, Краснодар выходит на первое место. Теперь на 3 очка нас будет опережать. Давайте посмотрим, как другие матчи у нас будут сыграны в туре. Ну, глянем результаты. Так, мы проиграли. Ну, ничего, это особо не интересно. С турнирной точки зрения нам тут вверху, да, другие матчи. Вот Спартак, смотрите, выигрывает Уфы в гостях. Локомотив Зенит 1-1. Очень интересно. Вот здесь вот они все где-то в серединке собрались. Зенит, Локомотив, Спартак. ЦСКА 2-1 у Енисея. Вот 34 очка. Динамо в Туле спокойно выигрывает. Ну и видим мы турнирную таблицу. Так, далее у нас среди недели 4 матча. Всего лишь они, видимо, какие-то там перенесенные или не перенесенные. В общем, с крыльями нам играть. И Спартак свой матч будет играть, Краснодар, ЦСКА, в общем, ну, интересно. Отправимся, давайте мы как раз на этот матч. С крылышками, которые на 14 месте идут на данный момент, ну, в общем, должны мы как-то справляться. Сулейманов теперь может играть, с Краснодаром только не может. В общем, давайте смотреть. Так. Ну давайте скажем чего-нибудь и выйдем на наш домашний матч с крылышками. Вот. Крылья. Борются за выживание. Родриго Антонио на Самсонова навес. Вынос следует. Мяч у нас. Кулаков. Ну, пробил как-то плохо. Очень плохо. Можно и получше в данной ситуации играть. Ну, у нас было 3 таких матча с Краснодаром, с ЦСКА и с Краснодаром. Теперь крылья соперник попроще. Ох, перекладина добить некому. Угловой. Приходится на угловой, да, убивать крылья. Прострел, еще момент. Ух, Сулейманов там прям в кучу защитников попадает. И контратаку, главное не зевнуть нам тут. Спокойно.
Урал, Краснодар 1-0. Урал повел, но это в самом начале, ничего об этом еще не известно. Краснодар не имеет поражений, кстати, в чемпионате до сих пор. Сулейманов, перевод на фланг. Самсонов, навес. Здесь Антонио, нет, Магнани. Вот, как-то кривовато, но на фланг. По новой, все по новой. Котов, Родриго Антонио, Яковлев, Сулейманов. Да не удар! Кержаков. Пятая минута. Преимущество наше есть. Большое. Еще бы забить. Не удалось. А так мы превосходим соперника. Нужно всего лишь навсего забить. Может быть, дальше пойдет легче. Ну вот, Краснодар уже сравнивает. То есть рассчитывать на Урал в данной ситуации нам не следует. Нужно самим тут выигрывать, а там уж посмотрим. Так, просто для информации, параллельный матч. Так, давайте, давайте, желание больше показывайте, ребятки. Середина тайма. Счет 0-0. Кулаков, дальний удар, не точно опять. Все не точно. Все не точно. Те, что в створ летят, ну, они не такие, видимо, серьезные. Хотя у Сулейманова был момент. Ну, угловой вратарь. Михаил Кержаков перевел. Ну и по-прежнему 0-0. Краснодар выходит вперед ожидаемо. Ну и вот так, не проигрывает эта команда в чемпионате у нас. Ух, Урал. Нет, Урал, смотрите, борется 2-2. Мы забить не можем. Вот штрафные у наших ворот могут что-нибудь там непонятное, да, придумать. Или угловой, или штрафной. Здесь Самсонов. Навес штрафную, момент 1-0. Котов. Котов, а Самсонов, по-моему, 9-я результативная передача, если я не ошибаюсь. Вот. В чемпионате. Ну, здесь Котов забил. Ну, уже в компенсированное время к первому тайму. Здесь Бурлак. Защитник центральный. Взглядом только проводил мяч. Котова никто не держал. 1-0. Краснодар 3-2 ведет. Ну так вот, интересно. И ЦСКА Санжи 0-0, пока мы видим. Спартак Енисею проигрывает 1-0. В этом весь Спартак. Так, ну давайте. Нужно еще подкреплять свое преимущество с забитым мячом. Потому что 1-0 это, я вам скажу, печалька. Любой момент, любой отскок, стандарт, ошибка. И все. Поэтому надо еще. Идите вперед и забивайте. Так, здесь скидки, скидки. Ну, все не туда. Дальний удар 1-1. Ну, вот Котов. Ну, что за отскок такой был? Тимур Шабаев 1-1. Ну, вот так вот. Раз скидка не туда, Магнани проигрывает. Лопатин, ну Котов, ну здесь ставь жестче. Спину, я не знаю, плечо. Тесняй соперника. Нельзя так действовать. Ну и Кулаков еще и травму у нас получает. А как это не печально. Придется нам выпускать Филиппова. Вот такая вот замена. Лучшего бомбардира нашего чемпионата. Возможная травма паха.
Загадочно. Звучит. Краснодар ведет 4-2. Выиграет, конечно, свой матч уже. В этом мало кто сомневается. Вопрос в нас. Сможем ли мы свой матч выиграть? А угловой. Навес идет. Удары капитала. Ну, как капитан настоящий. Все-таки забивает. Ершов нам тут ассистирует в данной ситуации. Ну и пробил неплохо. Опять там Бурлак, наверное, косячит. Ну а кто еще, да? Вот. Так, по заменам. Что нам тут по заменам-то следует сделать? Давайте в центр поля. Блэкпорт Нью-Йорк с повреждением у нас. Минченков. Минченков, он ноет постоянно. Котов забил. Родриго Антонио. Заменим. Так, здесь еще момент. Нет. Контратака. Шабаев. Ну, здесь спокойно. Утицких выходит вместо Антонио. Штрафное. Вот это вот может нам что-нибудь тут. Ну, вот. У меня слов нет. Что за бардак такой у нас происходит, а? Смотрите. Бардак просто. 2-2. Ужас. Должны с крыльями играть, ну, гораздо спокойнее, я не знаю, гораздо проще. Гораздо лучше. Так. Так, Яковлев. Ну, можно тебя, наверное, заменить. Тут уже не до выбора. Давайте попробуем вот так, вот так. И вот так. Писарева выпустим вместо Яковлева. Ох, нужно забивать очередной. Два забили, мало. Штрафной. Навес. Контратаку не зеваем, Писарев. Самсонов, Писареву. Писарев, молодец. Второй свой гол в сезоне. Ну и... Три-два здесь поборолся. Получил обратно. Самсонов результативная передача опять. И Писарев дальним ударом пробивает Киржакова. Очень сложно. У нас все происходит. Все в атаку. Еще забивать. Нечего тут у своих ворот пастись. Нечего. Да, две передачи Самсонова. Вот. Крылья, блин, вот такие, да? Создали нам проблемы. ЦСКА забивает. 6 минут сюда добавляет. 6. 20 ударов мы здесь нанесли. 8 створ. 3-2. Продолжаем атаковать. Не позволять крылышкам ничего сделать. Чалов дублем отметился. Молодец. В общем, по счету сложно, да, все. Могло быть гораздо проще. Кое-как. Три гола. Вот два пропустили. Выигрываем, в общем. Да. Ну, ошибки в обороне, конечно, ужасно. Ужасно все это.
Ну и вот на ваших экранах эти 4 матча, которые тут были сыграны. В общем, мы видим, ЦСКА свой матч выигрывает 2-0, мы 3-2, Краснодар 4-2, а Спартак вот взял и проиграл. Ну такая вот команда. Это Спартак бросает ее то в жар, то в холод. На сей раз проигрывают Енисей. Ну внизу, конечно, тут жестоко все происходит. Вот такие дела. Давайте сейчас посмотрим, как там Реал с Зенитом сыграет ответный матч, и будем заканчивать эту серию. Ну, кстати, всего лишь навсего 1-0. Здесь Реал выиграл дома у Зенита, ну и, ну, видим, здесь такие товарищи играют. Видимо, дают им сыграть. Головин опять матч провел, зрел. Ну и вот так вот. 1-0. Удаление, кстати, Паретоса. В реальности мы знаем, где он уже находится. Но здесь, в этом футбол-менеджере, он еще пока что вот у нас в «Зените». Завершается сезон Еврокубка для российских команд. Ну, Реал, наверное, претендует на победу в этой Лиге Европы. Как-то звучит, да, Реал в Лиге Европы. Смотрим мои результаты, что у нас тут было. С Краснодаром на кубок выиграли 1-0, вышли в полуфинал. Ну, товарищеские матчи пропускаем. ЦСКА обыграли на кубок 2-1. Будет еще впереди ответный матч. То есть такой счет не очень приятный, но постараемся. Ну и в чемпионате Краснодара вот проиграли 1-2. Интересно, да, два пенальти в наши ворота было. Один не реализован. Поэтому я был недоволен. Ну и с крыльями мы видели. Ну, такой матч очень-очень непонятный. Надо, конечно, реализовывать свои моменты и не доводить до подобного. Далее мы будем смотреть уже с вами в следующей серии «Рубин», «Ахмат», «ЦСКА» на кубок, «Локомотив», по всей видимости. Ну, а дальше там как получится. Вот это все мы будем с вами наблюдать уже в следующей серии. На этом данная серия наша заканчивается. Всем спасибо за внимание. Всем пока.